Я Толмач Геннадий, лидер молодежной организации социал-демократической партии. Хотел бы прокомментировать мероприятие, которое прошло в офисе партии социалистов сегодня, организованное нами заранее. Я запустил яйцо в область плинтуса для того, чтобы продемонстрировать людям, привлечь внимание людей к тому, что творится сейчас с нашей политикой, в частности, к тому, что творит Дадон, и к чему приводит эта личность нашу республику. Этот жест является символом того, что Дадон – протухшее яйцо молдавской политики. На пресс-конференции я находился на расстоянии около 1,5 метра от Игоря Дадона, и особой проблемы попасть в него лично яйцом не составляло. Тем не менее, наша акция заключалась в том, чтобы яйцом продемонстрировать символ Игоря Дадона, после чего мы решили раздать наш пресс-релиз, в котором описывалось идея этого поступка. Но эта попытка раздачи пресс-релиза была прервана насильственно. Во время потасовки мы были заведены в неизвестное помещение, где охрана Дадона оказывала на нас физическое воздействие, моральное воздействие, психологическое. Оно заключалось в том, что в наш адрес постоянно шли угрозы о том, что мы будем заключены на 3 года. И сам господин Дадон обещал с помощью поддержки Альянса обеспечить нам 3 года лишения свободы. Затем охрана Дадона вызвала частное охранное агентство, а наши коллеги вызвали полицию. По приезду полиции мы были освобождены от этих угроз, от этого насилия, которому мы подвергались все это время, во время незаконного заключения нас в этом неизвестном для нас помещении, неизвестном нам людям. После чего мы были доставлены в Рожкановский отдел комиссариата, где мы заполнили с товарищем объяснительные, и нам выдали повестку о том, что мы должны явиться в четверг в 11 часов дня к следователю уголовного преследования. Я хочу задаться вопросом ко всем людям. Те люди, которые разрушили парламент и сожгли президентуру, они получают премии и ордена. А тот человек, который борется за правду и кидает яйцо в плинтус, должен лишиться свободы на 3 года. Где здесь правда?